Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода The Game, пока что не Alive, но тоже вполне себе здесь все у нас живенько, много новых событий, и сейчас у нас будет босс. Со вчерашнего дня вот набрали, смотрите, сколько очков нужно вступать в бой со своего основного аккаунта, дабы не пропустить главную награду, статуя вулкана. Ну почему плюс 5? Ну, она должна быть какая-то супер крутой, ну хотя у нее радиус 5 клеток, то есть большой радиус. Ну блин, ну вы сделайте плюс 10, уникальная же статуэтка. Like a boss. Эх. Так, ну ладно, погнали. Он травоядный. Значит, берем хищников своих самых сильных. Ух ты, смотрите, уже пишут даже, какие у него показатели будут. Это круто. Вот так вот. Пойдем. Ну, вместо него можно взять... Ладно, возьмем Индоминуса для красоты. А чё такой ты мрачный? Он такой жирный и такой мрачный. То есть Трицератопс был-то намного круче. Очень как-то странно. Да тут можно атаковать по полной программе. Его-то перерисовали, но он что-то такой... Мне блестящий больше нравился. Может, он с уровнями будет меняться? Он какой-то уж тусклый совсем. Ты еще и живой остался, вот беда. Ладно, хорошо. Это был нам знак, что не спеши, Александр, накопи баллы. Понятно, сейчас у меня троица не самая сильная, то есть Юдон был бы посильнее. Так, ну он какой-то, смотрите, неуклюжий, жирный, так медленно просыпается, явно не хочет сражаться нам, его заставили. Точно, ребята, его заставили. С помощью наркотических средств. Наркоберри его накормили. Так, ну и два удара еще ему нужно сделать, и он... И что-то молнии как-то слабо бьют под ним. Так, пора начинать считать уже. У него так прикольно, видите, по кантику здесь раз, два кантики пробегают. Так, начинаем считать. Сколько у него там баллов сейчас будет? Ну, травоядных пробивать самая простая задача, потому что у нас хищники самые сильные. Так, 6 баллов. Молодец. То есть нам нужно его сейчас полностью пробить. Ну, не защищаясь, хотя, может, и надо было, а может, и не надо было. Ребятка, голосуем. Как звали нашего предыдущего босса Трицератопса? Он был намного ярче. Но я думаю, вы со мной согласитесь, тут даже не о чем голосовать, что прошлый босс Цератопс был круче. Давайте даже так сделаю. Я два просто не выдерживаю. Он проатаковал нас всего лишь на 4. Я думаю, он сейчас поднакопится. А может и нет, 6 баллов достаточно. Да, на 4. Ну, немножко обидно получилось, ну ладно. У Пахика удар такой же, как у Индоминуса. На 100 очков всего лишь больше.
все 4 давайте поставим. Хотя 3 надо было. Хотя нет, может и 4 пригодятся. 6, 5, молодец. Так, много ударил нам. Сейчас полностью переносим. Сейчас ставим защиту. Ждем его атаку. Ну, все по классике. Ох, ничего себе, 8 баллов насобирал. Будет больно. О, супер удар. Круто. Вау. Ну, хорошая анимация, мне понравилось, но нам не больно. Пробиваем его окончательно. Что, страшно? Ой, какое похмелье, ой, как неохота вставать. Так, ну пятого надо пробивать, ребята. Пятого должны пробить еще. 100 тысяч жизней. Один вообще. По одному баллу пропускать, это путь к победе, ребята. Так, у него один балл остался. Значит, нам нужно атаковать довольно сильно. Ну, так вот примерно. Блин, ну мало сняли, мало. А этого надо пробивать. Надо пробивать пятого. Молодец. Один балл пропустил, и это идеально. То есть пропускать по одному баллу. Наша задача умирать медленно. Ну вы видите, да, я 3 в защиту и стараюсь плюс 1 балл переносить. Давай на все 6, трусишка. Молодец, вот этого я ждал. У нас будет 7. И думаю, мы сейчас его пробьем. Надеюсь. Нет, мы его не пробиваем. Ладно, хотя не надо было ставить защиту, я 4 выдержу. Ну пробьем, должны пробить, ребята. Давайте. Идем карт-бланш. У него 2 балла. Один. Пробили. тысяч за один удар. Ну, посмотрим, что Юдон нам покажет. Сильнейший у нас еще остался. Уровень босса 6. Ну тут точно не пробьешь. На 3 балла. Но он проатаковал ровно настолько, насколько нужно было. О, 6 у него многовато. 6 проатаковал на 5. Давай, вулкан! Ну, моя задача сейчас, в принципе, наверное, проатаковать просто на 8 бы хотелось, да и все. Посидим немножко в защите. Посмотрим, сколько будет ударов на 8. То есть 1060-70 можно снять, получается.
Так, ну можно, можно, правда, немножко от него откусить. Давайте сейчас его на 4 проатакуем. Ну, будет просто обидно, если он, понимаете, перенесет баллы, и меня вот сейчас полностью пробьет просто там на 7 или на 6 чистых. Вот, наше время настало. На тоненького мы остались, видите, идеально получилось просто. Если бы я проатаковал сейчас больше... Эх, половину снимем. Сто штук, ребятки. Но неплохо. Хороший результат. Можно получше, ну не знаю. Вот, ну максимум вот шестого можно, если очень сильно постараться, можно пробить шестого. Особенно если взять, например, какого-то там... уровень боссов. Так, поднимается каждый раз, когда вы их побеждаете. Если вы проиграли, то в следующем сражении уровень босса остается прежним. То есть я сейчас буду начинать с шестого уровня, он хочет мне сказать. Использую команду из не менее чем двух существ категории редкие. Нанесите 1000 единиц урона. А сразу нельзя дать? Я нанес, по-моему, там 60 или 80 тысяч за один удар. Да, ну, вот такие... А сколько я нанес-то урона, ё-моё. Суммарный урон-то какой? Непонятно. И... Ну ладно, ребята. Ладно, на этом сегодняшняя серия заканчивается. Но думаю, мы еще сразимся с вулканом.